Добрый вечер. НТВ Плюс приглашает вас на футбол Унико Гранде Аморе. Для этих людей это Рома, а для большинства из нас с вами это просто футбол. Футбол, который нас всех сегодня объединяет в этот сложный, непростой исторический момент. Дай бог, чтобы все было хорошо. Георгий Черданцев вместе с вами. Прошу заранее прощения за свой голос. Сочинская погода, обманчиво теплая, но очень ветреная и холодная, дает о себе знать. До конца все-таки восстановиться не удалось. Но надеюсь, что это нам с вами в целом не помешает разобраться в том, что будет происходить в матче 26-го тура итальянской серии А. Рома против Интера. Конечно, афиша красивая, афиша яркая, но времена немножко изменились. И, конечно, ажиотаж вокруг этого поединка не такой, какой мог бы быть, когда серия А доминировала в европейских чемпионатах. Когда оба клуба вели борьбу за Скудетто, за самые высокие места. Но сейчас немножко иной расклад. Рома занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Ювентуса на 9 очков. При этом у Ромы игра в запасе. 25 матчей провел Ювентус, 24 Рома. Интер, в свою очередь, на 5-й строчке в турнирной таблице, отставая чудовищно от лидера. 26 очков – это просто пропасть. Поэтому задача Интера – побороться за Лигу чемпионов. Это максимум того, что может себе позволить на финише сезона команда Вальтера Мацари. Ну, там 11 очков нужно отыгрывать у Наполи. Задача, как мне кажется, мало выполнимая. На пятки наступает Верона, Парма, Торино, Милан, Лацио. Тут целый ряд команд, которые, конечно, захотят за пятое место побороться и Интер оттуда потеснить. Это вот что касается перспектив Интера на концовку сезона. Не очень приглядная картина для такого матча. Рома лишилась порядка 25 тысяч, а то и 30 тысяч зрителей. Именно столько вмещает 30 по 15 на той и другой стороне. Именно столько вмещают курвы, трибуны за воротами. Ну, северная трибуна, понятно, что она чужая. Трибуна фанатов Лацио, там и так никого нет. Крошечный сектор болельщиков Интера, которые приехали из Милана поболеть за свою команду. А вот трибуна фанатов Ромы сегодня дисквалифицирована. В Италии сейчас стал очень модным термин дискриминационе территориале. Красиво звучит, но за этим скрываются очень и очень неприятные вещи. Территориальная дискриминация, выкрики, скандирование с трибун, оскорбляющая честь и достоинство людей, проживающих в других регионах. Именно за это взялась, за борьбу вот с этими проявлениями негативными, взялась Федерация футбола, и это уже не первая дисквалификация в нынешнем сезоне по вот этому вот поводу оскорбления по территориальному признаку. Вы помните, что Ювентус играл при, ну, не пустых трибунах, они нашли хитрый ход. Помните, там дети заполнили чашу стадиона и отличились тем, что весь матч, мягко говоря, обзывали козлом вратаря команды соперника Ювентуса. Это вызвало такой резонанс в Италии, конечно, но все-таки больше с улыбкой на лице. Но было просто смешно, когда 12 тысяч маленьких детей кричат такое вроде не очень грубое слово, но все-таки оскорбительное в адрес одного из участников матча. Ну и вот после Наполи, опять после соответствующих криков и скандирований, трибуну Ромы полностью дисквалифицировали. Правил есть правила, с этим ничего не поделаешь. Но Гарсия, наставник Ромы, будучи иностранцем, французом, который первый год работает в этой стране, сказал, что я не имею права давать каких-то комментариев по этому поводу. Ну, конечно, матч очень много теряет из-за того, что не все желающие на него попали. И без вот поддержки фанатской трибуны, конечно, играть, ну, не то чтобы тяжело, а как-то это просто, ну, обедняет, сами понимаете, в целом атмосферу большого матча, по крайней мере, по афише уж точно. Давайте к составам переходить. Тотти на матч не заявлен, у него небольшое повреждение, но, как заверил наставник команды, Гарсия к Наполи, а у Ромы очень сложный, важный, один из решающих, наверное, матчей во второй части чемпионата. Это игра в Неаполе 9 марта. К Неаполю Тотти будет готов, так что просто элементарно решили его немножко придержать и
дать ему возможность полностью восстановиться. Короче говоря, без Тотти состав такой. Де Санктис защищает ворота. Защитники в таком составе: слева 46-й номер Романьоли, справа Тарасидис, который восстановился после травмы, 35-й номер, Бенатия 17-й и Леандро Кастан 5-й. Это два центральных защитника. В опорной зоне 16-й номер Де Росси, 6-й Стротман и 44-й новичок команды Нангулан. Впереди Ильяич 8-й, Джервиньо 27-й, Дестро 22-й. Хорошая такая мощная группа атаки у Ромы. Джервиньо также восстановился после травмы. И, в общем, единственная, по сути дела, потеря у Ромы — это отсутствие капитана команды Франческо Тотти. Джервиньо берет игру на себя, тащит мяч на четырех соперников и зарабатывает фол. Не выдержали нервы у преследовавших его соперников. В частности, ошибся Роланда, и фол его. Хотя нарушение, на мой взгляд, совершенно ненужное, потому что шансов у Жеревиньо продвинуться ближе, тем более здесь страховал еще и Джонатан, ближе на ударную позицию у Жеревиньо шансов, мне кажется, продвинуться не было. Тем не менее, нарушение правил последовало. Все-таки Роланда пихнул локтем Иварица в спину, и штрафной пробьет команда Гарси. Арбитр сегодняшнего матча Бергонцы назначил этот штрафной. До ворот порядочное расстояние, но Ильяич, похоже, собирается пробить отсюда. С трех шагов разбег, обводящий удар, ну, такой неприятный для Хандановича. Тем не менее, вряд ли, как мне кажется, таким ударом можно было рассчитывать на гол. Ханданович справился, и контратаку пытается организовать Интер. Интер, который нестабильно играет в последнее время. Очень была длинная серия как раз перед Олимпиадой. Вот она более-менее закончилась, или во время Олимпиады, когда Интер наконец перестал всем подряд проигрывать и вспомнил о том, что такое победа. Более того, Интер взял очень важные 3 очка на выезде против своего прямого соперника в борьбе за места вверху таблицы — Фиорентины. Но в целом, конечно, такого неприятного осадка от жизни Интера после того, как Тахир воцарился в качестве главного акционера клуба, ощущения не очень понятные и, я думаю, приятные для болельщиков. Не знаю, покажет нам или нет. Интер третьего дня представил нового человека, руководителя клубной администрации. Довольно-таки молодой человек, как написано на сайте Интера, хорошо знающий спортивный бизнес, спортивную индустрию. Зовут его Уильямсон, Матео Уильямсон, или Мэтью, что не знаю, он американец, он итальянского происхождения или итальянец, просто я ничего по этому поводу не нашел, откуда он и что. Ну, в общем, человек достаточно молодой, и будет он фактически правой рукой Тахира в Интере. Но в футболе этот человек, как я понимаю, новый, с Кальчо он не знаком, поэтому по-прежнему вопросы. Интер последний матч, вот после того, как он сыграл радостно с Фиорентиной, вдруг взял и сыграл в ничью дома с Кальери. Возможно, там цветные штурки кого-то смутили, но, в общем, выиграть у Кальери не удалось, и это, конечно, была потеря очков на ровном месте. Поэтому для Интера матч, конечно, психологически очень важный, и нужно, как бы, хотелось бы, наверное, команде продлить свою такую приличную серию и продолжить набирать очки. Паласио перед штрафной площадью. Попытка разрушить мяча. Рома перехватывает. Стротман до Жервиньо. Мяч дошел. И 3 в 3 вываливается Рома. Жервиньо, обладающий великолепной скоростью и дриблингом, побыстрее избавляться от мяча. Жервиньо опять подставил спину. Но на сей раз бергонцы показывает мяч. Мяч сыгран, а Жеревиньо, мне кажется, сейчас передержал. Вообще, без середины поля так проходит игра. Интер не собирается отсиживаться в обороне. При первой возможности переходит на чужую половину поля. Ханданович в воротах Интера. Тройка защитников. Самуэль 25-й, Роланда 35-й и Жуан 5-й. Перед ними Альварес 11-й, Гуарин 13-й, Джонатан 2-й, Нагатомо 55-й по флангам, Камбьясу 19-й, Паласио 9-й и Карди 9-й номер в атаке. Милито в запасе, скамейка очень длинная, Эрнанес в запасе, все ждали, что Эрнанес вернется. Дерби, Рома, он Роме забивал, причем в основном с пенальти, спрашивали, будет ли он бить пенальти, если будет назначен пенальти, но
пока про пенальти ничего мы не скажем, потому что никакого Эрнаниса нет. Трудно сказать, чем руководствуется Мацари, выбирая стартовый состав. Стал доверять молодому аргентинцу, перешедшему из Сампдории. За небольшие по нынешним временам деньги, всего лишь 6 миллионов евро заплатил Интер Сампдори за этого нападающего. В последних матчах Икарди играет регулярно, но за все это время забил один единственный гол в ворота Фьорентины. Милито, которого все ждали, надеялись, что вот он вот поправится, выйдет и начнет играть. Действительно поправился, но пока, видите, вот стартовый состав не проходит. 34-летний ветеран Кальчо, и на поле появляется от случая к случаю и не в основном составе. Как правило. Ну вот сегодня, по крайней мере, он остался в запасе. Скальери он играл в основе. Был заменен по ходу матча. Ну, может быть, где-то и подустал. Кто его знает. Самуэль с мячом. Попытка пробить издали. Довольно плотно проходит игра. И Гуарин, который едва не стал частью, по-моему, безумной совершенно сделки по обмену его на Вучинича. Я бы в случае такого обмена на месте фанатов Интера не то чтобы мопед с верхнего яруса выбросил. Помните, был такой случай на фанатской трибуне Интера, а того, кто такой трансфер задумал и осуществил, отправил бы туда вот вниз слетать, потому что, ну, совершенно непонятно, как вообще в голову такая идея могла прийти кому бы то ни было. Один из талантливейших, перспективнейших игроков команды, который, ну, по сути дела, получилось так, волей-неволей стал ключевой фигурой на некоторое время в Интере. И поменять его на человека, который доигрывает и отнюдь не является ведущим нападающим не только там Европы в целом, а вообще скромно серии А, совершенно непонятно, что имелось в виду под этим трансфером. Немножко успокоилась игра, как-то огрызнулся Рома, огрызнулся Интер. Интер в защите не собирается отсиживаться. Команда явно настроена провести матч активно. И очень здорово прессингует подопечный Мацари. Обратите внимание, втроем вчетвером накрывают владеющего мячом игрока. Любопытные пертурбации происходят в миланской команде вот за последнее время. Понятно, что Олимпиада, ну, лично у меня, не буду скрывать, отнимала все время и не было возможности следить. Я три тура, честно, пропустил. Но вот с интересом наблюдаю, куда Альварес определил Мацари на позицию опорного полузащитника. Это великое, я считаю, решение. Стратег. Ильяич здорово обыгрывает, опасно! Почему не в ворота? Мне кажется, по внешним данным, по пластике, по антропологии, ну, кто угодно, Альварес, вратарь может, например, быть, он хороший, допустим, там, центральный защитник, атакующий полузащитник, крайний нападающий, коим он и был, когда пришел в Интер. Но вот ту позицию, которую мы сейчас нашел Мацари, она, мне кажется, требует такого серьезного осмысления. Ну, фактически, вот Альварес, где принимает мяч. То есть они вот находятся перед тремя защитниками. Альварес, Камбьясо и тут же где-то Гуарин. Вот они вот в таком треугольничке здесь действуют. Но это, конечно, решение, результат которого мы попробуем оценить по прошествии более продолжительного отрезка времени. Гуарин. С мячом. Пас вперед. Левая нога у Гварина не такая замечательная, как правая. А это Де Росси, который отправляет мяч
в сторону Жервини. Позиционная атака римлян. Дероси. Дероси забавное интервью дал накануне этого матча, вспоминая о том, как он узнал о назначении Руди Гарсии. В интернете можно найти ролик, где Гарсия в раздевалке с гитарой поет такую забавную песенку. Выглядит это немножко нелепо, забавно. И никогда не подумаешь о том, что это серьезный специалист, футбольный тренер. Так вот, как раз Дероси напомнил, что о назначении Гарсии он узнал, находясь в расположении сборной. Пробил по интернету, что называется. И первое, что нашел, вот эту ссылку на YouTube, на вот этот вот клип, на ролик, где будущий тренер Ромы поет вот эту песню. И, как рассказывал Дероси, рядом оказался Пирло. И он показал Пирло этот ролик и говорит: представляешь, какого клоуна нам назначили тренера. И это была первая реакция. И Дероси говорит: я совершенно не скрываю вот своих первых мыслей, потому что действительно было это очень смешно. Я никогда не мог поверить, что назначение человека, бренчащего на гитаре, может вот так вот к лучшему изменить жизнь Ромы. А дальше добавляет Дероси: теперь я могу сказать, что я счастлив и просто молю Бога каждый день, чтобы Гарсия продолжал работать с нами как можно дольше. Хороший действительно сезон Ромы, рекордный старт, куча побед одержанных в начале. Но то, что команда дальше притормозила, я думаю, здесь, в общем, не стоит особенно этому удивляться, потому что вот так вот с первого сезона в чужой чемпионат приехать и сразу взять быка за рога, ну, конечно, сложновато, особенно имея в конкурентах такой Ювентус, коим он является сегодня. Ну, вот, жесткое второе место и прямая путевка в Лигу чемпионов, я думаю, что это будет прекрасное завершение сезона для команды Гарсии. В этом, собственно, есть главная задача, потому что понятно, я думаю, болельщики Ромы со мной согласятся. А с Скудетто можно мечтать, но не все сразу. По крайней мере, идет строительство очень прочного фундамента, сделаны ключевые приобретения. Тот же Яич, например, понятно, что это на очень далекую перспективу. Но вот потеря мяча, Рома в атаке, ну, не удалось сейчас проворного японца Нагатомо обогнать. И Рома упустила возможность провести хорошую атаку. Альварес из центрального круга вытаскивает мяч. Джонатан просит передачу справа. Неплохо. Через Паласио все-таки пас пошел именно направо. Ну и дальше неточная передача вперед. Что еще интересного могу вам рассказать о Роме? Ну, конечно, это заявление руководителя команды по поводу того, что в ближайшем будущем будет таки обнародован проект стадиона Ромы, потому что американские владельцы, вот побыв в клубе небольшое время, пришли к очевидному выводу, что дальше вот так вот продолжаться не может. Нельзя делить а. стадион с главным соперником, б. Играть на стадионе с беговыми дорожками, потому что это абсолютно вредит бизнесу, не развивает его и не делает стадион одним из главных источников дохода для клуба. Поэтому американцы готовы к инвестициям, они понимают, что это неизбежно, но я думаю, что если они сделают это до конца, римская публика будет счастлива, кому же не хочется иметь свой дом. Посмотрите, что творится с Ювентусом. Ну, здесь ничего такого особенного не происходит, чтобы на этом акцентировать внимание. Икарди считает, что его придержали. Но здесь гораздо ближе нас с вами находились судьи к эпизоду. Они никакого нарушения не обнаружили. Вот, поэтому, конечно, это будет огромный прорыв, если Рома станет, ну, по сути, второй большой командой Италии, у которой будет свой собственный стадион, а не муниципальный, который берется в аренду. Я думаю, что вот такая потрясающая форма Ювентуса, который отнюдь не блещет, согласитесь, не показывает столь выдающегося футбола, например, в Лиге чемпионов, да, то есть, ну, играет, как играет, и ничего такого особенного. Я думаю, что вот такое сумасшедшее выступление в серии А, оно связано во многом
с вот той совершенно потрясающей атмосферой, которую создают болельщики на Ювентус-арене. Ну и представьте себе, как будут болеть не менее громкие, а где-то, может быть, и более даже в чем-то темпераментные, более южные болельщики Ромы, когда они смогут болеть за свою команду на родном стадионе. Поэтому вот эта новость, которая была на днях озвучена и подтверждена руководством Ромы, я думаю, одна из таких вот важных за последнее время. Без ворот проходит игра. 0-0. Ильяич с мячом возвращает его назад. Романьоли. Бергонцев назначает штрафной. Долго готовится футболист Интера к этому штрафному. Странно, всех прогнал от мяча Де Санктис. Хотя Владимир Кич Маслаченко в свое время задавался вопросом, зачем в такой ситуации ставить игрока перед мячом. Потому что все равно перебрасывает легко через него выполняющий штрафной футболист мяч. И, по сути дела, то, что человек закрывает там ближний угол, да ничего он не закрывает, потому что с такого острого угла нельзя попасть в ворота прямым ударом. И вот сейчас Де Санктис как раз заветом Владимир Никитич исследовал и убрал оттуда игрока, громко ему крикнув, что он просто-напросто оттуда ушел. По нулям по-прежнему. И, похоже, вот этот шум, этот дождь забарабанил, если я не ошибаюсь. А потому что вообще дождило так вот на крупном плане, когда показывали картинку. Да нет, вроде вообще нормально. Прохладно в это вечернее время. Ну и плюс еще дождь, так что хочешь не хочешь, а нужно побыстрее как-то двигаться. Нет, это болельщики. Без южной трибуны, без курвы суд пытаются как-то вот по-своему, по-театральному завести команду, помочь ей играть более активно. Альварес, подача, опасно! Вот это момент был хороший, если бы это был не Паласио, а классический центр-форвард, тот же Икарди, например. Сейчас не досмотрели за ним защитники. Хорошая была адресная передача, он словно рукой Альварес бросил мяч в сторону Паласио. Ну, это был голевой момент, 100% голевой, Паласио не исполнил, просто росточку не хватило. Ну, в данном случае не росточку, прыжка. Болельщики Интера оживились после того, как команда создала опасный момент, что вызывает соответствующую реакцию фанатов Ромы. Что-то до Хандановича игра как-то не докатывает. Упал темп игры к середине тайма. Рома с мячом. Леандро Кастан. Бенатья и смотрит, кому можно было бы сделать первый пас. Пока некому, все перекрыто. Интер неплохо очень играет позиционно. Перехват мяча. Гварин.
Заброс в сторону Паласио. Паласио не догоняет мяч. Интер вновь активен. Гварин подрабатывает под левую. Слева бить не будет, но продолжает бороться. И слишком жестко идет в подкат. Рома быстро вводит мяч в игру. Но не совсем удачно это делает. И вот Романьоли, который все еще второй матч в основном составе, проводит неплохо. Начал атаку, но она быстро захлебнулась. Роме приходится начинать все заново. Найнголан, подача. Пока вот самый момент опасный был, когда Ильяич положил на спину защитника, но не нашел идеального завершения атаки. Прострелив вроде бы по уму все правильно, вдоль вратарской, но никто из товарищей там не смог замкнуть эту передачу, этот прострел. Альварес, Нангулан жестко так прессинговал Альварес. Альварес молодец, устоял на ногах, а вот пас сделал не точно. Да, ну еще одна новость, которая касается важной жизни Ромы. Это озвученная также на днях руководством клуба идея продлить контракт с Вальтером Сабатини, спортивным директором команды, который отвечает за комплектование, за трансферы. Я думаю, что это хорошая новость, потому что Сабатини один из лучших в бизнесе, один из лучших спортивных директоров в, не только, я думаю, в стране, в Италии, но вообще в Европе. Ну, достаточно сказать, что из тех, кого он лично раскрыл, это Хавьер Пасторе, Абель Эрнандес, Муньос. Это все во времена Палермо. Денег на нем, конечно, было заработано очень много. Эрнандес, кстати говоря, его тоже подопечный. Он его привез в Италию. Вот, так что я думаю... Для Ромы это хорошая новость. Он уже подписан, на самом деле, позавчера был, до 2017 года, то есть на 3 года с ним продлили контракт. Опять застревает Рома. Интер хорошо обороняется. На Роме каких-то нестандартных ходов не хватает в атаке. Конечно, вот в таких ситуациях чувствуется отсутствие Тотти, человека, который может сыграть весьма оригинально и что-то придумать необычное. Живини, видимо, после травмы еще не набрал оптимальную форму. Пока ни разу ему вот этот вот сверкающий пятками рывок, бег с мячом или без продемонстрировать не удалось. Роландо плохо. Ну, Рома тоже играет достаточно осторожно, очень активно в отборе, в прессинге.
Вот свободное пространство. Сейчас может забивать Альварес. Прострел. Удар. Гварин. Долго. Сейчас Рома зевнула. Атаку. Альварес. Объем работы колоссальный. Сейчас вот Альварес оказался на той позиции, где и привычно его видеть в атаке в чужой штрафной площади. Ну, возможно, это так по эпизоду получилось. Давайте посмотрим, как будет дальше действовать Интер, где будет Альварес принимать мячи. Такое впечатление, что он повыше стал играть. Джонатан преимущество у Интера. Готово. Альварес. Кстати, там забавный баннер. Он не висит. Если вы видите сейчас на крупном плане, прямо вот на трибуне, на одном из нижних рядов, напротив половины поля Ромы. Он так типа полусвернут, якобы не видно ничего. На самом деле там написано: хватит нас дискриминировать. Это, вот видите, он сейчас появится в кадре чуть выше. Дескать, обращение к Федерации футбола, что не пущать болельщиков на стадион – это тоже дискриминация. Не, этим палец в рот не клади, они на любое действие свое противодействуют сразу же. Вон, видите, белый. Стротман с мячом. Да, конечно, болельщики атмосферу создают, энергетику колоссальную дают футболистам. Согласитесь, вот не хватает сейчас. Я понимаю, что Интеру полегче, но в целом для футбола, для зрелищности матча трибуны с фанатами не хватает, конечно. Паласи. Очень плотная игра, очень много единоборств. По-прежнему небольшое преимущество по владению мячом Интера. Но совсем мало ударов. Всего лишь два. Два по ударам. И при этом Интер еще пока ни разу не пробил в стрел. Ну, вот, говорят, запели без... Конечно, тяжело распеться, когда... Нет заводящих, нет соответствующих людей, которые начинают вот эти все хоры, пение на курве, которые уже потом подхватывают. Вон, видите, баста дискриминация. Вот. Да, так вот, длинные трибуны сейчас попытались что-то такое зарядить. Холодновато, да и дождичек, вот как видно, моросит уже достаточно приличный. Начал атаки. Мне кажется, группа атаки Дестро. Вообще эту фамилию ни разу не назвал. Он вообще есть на поле. Дестро, который, помните, вышел после длиннющего перерыва, вышел и сразу же забил. Важный гол. Опасная очень атака. Сейчас дойди мяч туда налево до Икарди. Это была бы практически голевая история. Травмы почти сразу же забил победный гол. Это предупреждение тренеру, еще одно слово и пойдешь в раздевалку, сказал главный судья наставнику Ромы. А, нет, не Ромы, а помощнику
Мацари. Стротман назад. Ну что, Дестро. И ошибается нападающий Ромы. Правда, тут же ошибается и Интер. Гуарин пас вперед. И контратака. И Гуарин не поспеет, наверное, здесь к мячу, потому что проворнее 19-летний Романьоли. Яич. Опасно! 1-0! Чудной гол, но из офсайда. Вот здесь был на корпус Дестро впереди. Ну, а если бы Нэнгалан не касался мяча, то Дестро бы и не пробил поворот. Вне игры. Действительно, был офсайд, тут спорить не о чем. По поводу офсайдов, по поводу ошибок, которые имели место накануне в других матчах, тоже говорили накануне этой игры. И, в частности, Руди Гарсия высказался вновь за возможность смотреть судьям телеповтор. Хотя бы в тех ситуациях, когда нужно определить, нарушение было в штрафной площади или за пределами штрафной площади. Как подчеркнул Гарсия, футбол нынче таков, что цена одного гола слишком высока, чтобы не иметь возможности убедиться в спорной ситуации. Судья с помощью видеоповтора, правильное его решение или неправильное. Червиню с мячом. По штрафную. Не подхватил, не лег мяч на ногу Яичу. Подскочил и контролировать его не получилось. Прострел. Мяч перехвачен. Паласио. Джонатан. Паласио. Гуарин последний касался мяча. Это было видно даже по телевизору. Он не спорит. Убийц. Ну и самая, пожалуй, колоритная фигура на поле — это Раджа Найнголан, одолженный у Кальяри до конца сезона полузащитник сборной Бельгии по прозвищу Ниндзя. Такая высокая конкуренция в сборной Бельгии, что ветеран, можно сказать, серии А, человек, который выступает в чемпионате Италии уже почти 10 лет, не является игроком основного состава бельгийской сборной, что, хотя, на мой взгляд, Нэнгулан один из лучших центральных полузащитников в серии А. Действительно, сейчас бельгийская команда совершенно замечательная. На мой взгляд, просто самая интересная команда в мировом футболе сейчас. И именно с ней играть сборная России на чемпионате мира — это здорово. Ну, а к Нэнгулану, я думаю, болельщики Ромы постепенно привыкают и, наверное, знают о том, что у него такая необычная внешность, связана с тем, что он полукровка, у него отец индонезиец, а
мать бельгийка, фламанка точнее. И некоторое время Раджа жил у отца дома на Суматре. И именно там начал не бабочек ловить вовсе, а играть в футбол. Ну, как раз к слову, по-моему, об Нгулане он получит сейчас желтую карточку. Нет, устное предупреждение. Ну, он всегда славился вот такой манерой игры и в своих предыдущих клубах, и в Кальмаре в частности. Очень неуступчивый, только по-хорошему злой полузащитник. Борьбу ведет отчаянно в каждом игровом эпизоде. Штрафной заработала команда гостей. Немножко так нерв обостряется игры в конце матча, в конце тайма. Подача. Жалко только, что без моментов идет игра. Правда же, так вполне понятно, что хотят команды. Стараются не допустить ошибок. Действительно, цена очков очень высока. Никто не хочет ошибаться. Но вот большое искусство по такой игре создавать моменты пока не удается. Ни той, ни другой команде преодолеть плотную оборону соперника. Очередной фол на Нголана досталось Альваресу, хотя... Ну, Голланд здесь вообще ни при чем, потому что Стротман нарушил правила. Подача. Но это не опасно. Размялся. Де Санктис, который в своих воротах вообще заскучал. Ну вот контратака у Ромы разгоняется постепенно. Пас налево Жервиньо. Ну и побыстрее, Жервиньо, побыстрее. Вот сюда свободная зона. Нангулан, пас вперед, опасно, Ильяич. Ковыряние, Дестро, Ильяич, и все на этом заканчивается. Шесть минут до перерыва. Яич здорово пятку успел. Подай. Кому? Ну вот Дестро. Жервиньо слева удар. Не то. Де Росси. Судья был в метре. Никто ему не мешал. Никто ему не закрывал обзор. Поэтому даже не будем пытаться спорить. Гарсия какие-то делает записи, видимо, уже подумывая о том, какие коррективы внести в игру команды в перерыве. Джонатан. Сыграли Джонатан, Альварес,
Много народу в штрафной площади. Может быть, любой рикошет. Альварес, здорово. Но продолжение где? Гуарин, опасно! Джонатан, прострел. Выручает сейчас команду. И радуется сам за себя. Леандро Кастан вытащил сейчас эту ситуацию. Лично. Бразилец с блистательным подкатом. Но это была голевая атака. Вы знаете, так в целом, при всем уважении, кроме... Ну, Интер-то так понаглее выглядит. Это рука. И хорошо, что не желтая карточка за волейбол. Я думаю, что во втором тайме надо Милиту выпускать вместо Икарди. Икарди в игру не попал. Интер поинтереснее как-то вот в целом в первом тайме, не правда? До конца. Попытаться что-то вот в этой атаке придумать. Ой-ой-ой, это было слишком опасно. Вперед отправляется команда гостей. Маньоли. Яич. Нет, здесь слишком много соперников. Дероси. И опять потеря мяча. Альберт, кстати, молодец, мне нравится. Вот, как он играет, в конце концов, на самом деле, это не опорный полузащитник, он играет левее. И у него такой большой диапазон действий. Сзади успевает, вперед тоже успевает. Ну, вот, может быть, и попал в руку Камбьясу мяч или в нос, но на самом деле это просто от неловкого движения, а не от намерения умышленно сыграть руками. Тем более, как всегда, мы стараемся обращать ваше внимание на подобного рода вещи. С той стороны, откуда камера смотрела, эпизод судья не видел. Он видел со своей стороны, откуда этот эпизод мог смотреться совершенно не так четко, как с нашей стороны. Все, 45 минут позади, гудит стадион, Рома 0-0, но главное, что Интер смотрится так в целом немножко поинтереснее команды хозяев поля, так что Гарси не зря там что-то писал на листочках, наверное, последуют какие-то изменения, но мы об этом с вами скоро узнаем, пока перерыв.
Итак, возвращаемся на Олимпийский стадион Рима. Полупустой, к сожалению, из-за дисквалификации фанатской трибуны Ромы, что делает, конечно, антураж этого матча гораздо более бедным, нежели чем он был бы, будь все на местах. Это небольшой сектор болельщиков Интера, которые напомнили о себе в одном из эпизодов, когда Паласио едва не забил гол, но этих ребят совсем немного. Игра, в свою очередь, такая достаточно плотная, без моментов практически. Одна была острая ситуация, пожалуй, у ворот Интера, вспоминается дриблинг Ильяича и незавершенность той атаки. Что касается миланцев, то они как-то поконкретнее, что ли, я бы сказал, так выглядели на чужой половине поля. И в одном из эпизодов действительно Паласио был забыт соперниками. И если бы получше выпрыгнул, вполне мог переправить мяч. То есть не переправить, а буквально отправить мяч. В ворот. Давайте напомним вам составы, в которых играют команды. Де Санктис, вратарь Ромы. Бенатиа, 17-й. Тарасидис, 35-й. Леандро Кастан, 5-й. Романьоли, 46-й. Защитники. В атаке и в полузащите Де Росси 16-й, Нинголан 44-й, Стротман 6-й, Жервиньо 27-й, Ильяич 8-й, Дестро 22-й. Руди Гарсия, главный тренер Ромы. Хамданович в воротах Интера, 25-й Самуэль, 2-й Джонатан, 35-й Роланда, 55-й Нагатомо, 5-й Жуан, 19-й Камбьясо, 13-й Гуарин, 11-й Альварес, 8-й Паласио, 9-й Икарди. Вальтер Мацари, главный тренер команды, в составе которой, кроме двух футболистов, вышли все остальные латиноамериканцы и примкнувший к ним португалец Роланда, которого, наверное, отчасти можно было бы назвать бразильцем. При определенных раскладах он вполне мог бы оказаться именно в этой стране. Ну и в запасе целых 5 аргентинцев, среди них Санетти, Компаньеро, Милито, например. Запас очень приличный у Ромы, и по-прежнему не выходит на поле у Интера Эрнанес. Вот такой состав набрал Интер, как-то вот ничего вроде бы не делая такого сверхъестественного, и при всех тех заявлениях, которые сделал Тахир относительно того, что он сначала разгрузит платежные ведомости, а кого-то будет потом приобретать. Но с появлением того же Эрнаниса, например, выбор в полузащите стал, когда все здоровые, нет травмированных, стал просто очень хорошим до такой степени, что вот и не появляется Эрнанис. В стартовом составе. Угловой будет подавать Интер. И Джонатан будет выполнять эту подачу. 5 игроков Интер в чужой штрафной площади. И Карди здесь идет активную борьбу за позицию. Но подача не в его сторону, а в глубину штрафной площади. Стротмана задержали за футболку. Это Самуэль нарушил правила. Стадион требует предупреждения от арбитра, но тот желтую карточку никому не показывал. Ну, вот такую борьбу Де Росси ведет с Икарди, и зуботычина, и по лбу, и повсюду. Но поддавал, конечно, капитан Ромы изрядно сопернику. А Самуэль все-таки получил желтую карточку. Ну, может быть, лайнсман пока подсказал главному, который не поспел за этим эпизодом. Короче говоря, предупреждение вынесено. Ну, до того ухватил Самуэль Стротмана, оказывается, что ему форму порвал.
гениальная история, конечно, про игрока Дортмундской Боруссии, да, в Лиге Чемпионов, по-моему, это было, да, когда он там кровью ему залил майку, и одну залил, вторую залил. Больше майк не было, но, благо, они дома играли. И кто-то из тренерского штаба или из администрации сбегал в клубный магазин и купил майку с фамилией этого человека и надел уже эту форму. Интересно, как это было. Он покупал, по кассе они проводили или просто схватил с прилавка, а потом за ним гналась охрана. Но над них потайными ходами Вишфален стадиона где-то так убегал. Проблема в том, что стадион-то не Ромы, поэтому никакого клубного магазина Ромы в стадионе внутри стадиона не существует. А все вот эти палаточки, которые торгуют бутербродами и напитками на колесиках, они стоят в отдалении от стадиона, так что при всем желании сейчас за Майка Тротмана бежать некуда, если вот нет запасной. Гуарин. Гуарин двоих обыграл. А пас сделал в направлении Икарди, но не точно. Продолжает идти дождь. Время, я думаю, минут через 10 пойдут замены. Но мне кажется, что стоило бы выпустить Милито, если он готов. Ну, по крайней мере, это было бы логично. Ну, а также Эрнанес один из вариантов. У Ромы выбор не такой большой, как у соперника. Ну, есть Пьянич, есть Флоренцо, из тех, кто может выйти в группу атаки. В основном больше в особо Роме рассчитывать не надо. Там есть целый ряд молодых ребят, но это не те варианты, которые могут вот, явно и гарантированно оживить игру команды. Вот контратака Ромы, и она может получиться хорошей, если Стротман сделает передачу правильно. Он делает пас Жервиньо. Как раз тот набрал хороший ход, обыгрывает. Ой, какой пас Жервиньо! Делал пас в зону, а не в игрока. Да, Рома сейчас упустил, конечно, шанс, потому что контратака была очень опасна. Прилично очень дождь, даже слышно вот в тишине стадиона, потому что, конечно, публика на длинных трибунах не заряжает, так как заряжает фанатская трибуна. И дождь разошелся ко второму тайму, и сейчас можно в любой момент ошибиться, поскольку мячу не попасть, либо поскользнуться на ровном месте.
Неплохо. Гварин ставит корпус. Гварин, пора в передачу сыграть. Гварин. Ну, подставился он хорошо, но судья даже свистка не дал. А передачу почему он не сделал? Непонятно. Передержал, мне кажется, мяч. Чуть более открыта стала игра. Атака Ромы. Забегание. Пас де Росси в штрафной площади. В ней же уже лежит Дестро. И первый на мяче. Ханданович не стал забирать мяч. На всякий случай, может быть, чтобы минимизировать контакт с Ляичем. Гулан. Это правые ворота больше притягивают сегодня команды. Сейчас во втором тайме активнее Рома. Играет подача. То, о чем мы говорили, небольшой выбор замен у Гарсии. Пьянич выходит вместо Ильяича. Ильяич не самый провел яркий матч. Был не очень хороший момент в первом тайме. Мне кажется, что не самое лучшее решение принял в том эпизоде, когда в штрафную обыграл здорово, но не рискнул пробить, собственно говоря, прострел исполнить, и он оказался без адреса. Вот Пьянич сразу вступает в игру. Жилевич почему-то решил пас не давать, и его передержал мяч. Хотя Интер немножко то ли подсел, то ли что-то еще мешает вернуться вовремя назад. Дестро. У Дестро позади Самуэль. Играет мяч угловой. Рома зарабатывает. Пьянич. Дроси, Жеревиньо. Неплохо. Прострел Жеревиньо вне игры был, мне кажется, если бы мяч до него дошел, был бы офсайд. Ротман не сумел поднять мяч на должную высоту. Ну а где же замена у Интера? Пора бы уже свежих людей выпускать в эту сложную игру, потому что она такая очень плотная, много борьбы. Конечно, энергозатратный футбол. Немного борьбы в прямом смысле.
Жервиньо. Под удар Пьянич открылся, но Жервиньо всегда был увлечен дриблингом и, соответственно, мячом. Странно, что не меняется ситуация, допустим, вот по проценту владения мячом. Он по-прежнему такой же, как в первом тайме в пользу Интера. Хотя Рома, мне кажется, сейчас проводит явно больше времени на половине поля своего соперника. Хотя это не обозначает, что она проводит это время там с мячом. Ханданович. В следующем туре, напомню, Рома после совсем недавних кубковых баталий вновь встречается с Наполи, теперь уже в рамках чемпионата. Интер принимает дома Торино. У Интера вообще календарь вполне благоприятный для набора очков. Дома с Торино, на выезде Верона. Вот это очень важный матч, потому что Верона прямой конкурент, здесь пробить никто не успевает поворотом. И два домашних матча Аталанта Удинезе. Это вот программа на март. У Ромы, в свою очередь, выезд в Неаполь, дома Удинезе, выезд в Верону против Киева и дома с Торино. Каких-то таких сверхъестественных событий не ожидается в ближайшее время ни у той, ни у другой команды, но за исключением, конечно, поединка Ромы в Неаполь. Ну, Паласио вот с мячом не удалось хорошо подработать себе мяч на ход, и Паласио мяч пустил. Полчаса до конца игры, по-прежнему играет Мацари без замены. Ну, вот видите, как у Дестро поехали ноги, и контратака получится. Интер, видите, не очень хочет идти вперед большими силами, раскрываться. И в своей игре демонстрирует, что ничья вполне устроит Мацари на таком выезде. Первая замена, и как раз Эрнанист и выйдет на поле. На радость римским фанатам. Сейчас они, я думаю, отсвистятся. Альвареса, по мнению судей. Ну вот любопытно, как судьи в таких ситуациях разбирают, от кого шел мяч. Главный вряд ли видит. Боковой оттуда с дальней бровки тоже вряд ли видит. Ну где-то по интуиции, наверное. Инанис вовсю разминается. Сейчас выйдет на поле. Let's go.
Икарди. Вот замена, послушайте сами. Это еще Эрнанесу повезло, конечно, что южной трибуны нет. Тут бы... получил приветствие. На всю жизнь запомнил бы. Такое действительно бывает раз в жизни, выйти впервые на стадион, на котором он провел не одно дерби за 3,5 года против своего соперника по дерби, но в форме другой команды. Второй приезд Эрнаниса сюда уже не будет таким знаковым. Но это уже все не важно. Интересно, какую позицию займет Эрнанис и какие функции будет выполнять на поле. Прессингует сейчас вовсю Икарди Леандро Кастана, но тот сохранил мяч даже более чем удачно в поле для своей команды. Стрел, и здесь первый на мяче Роландова, которая приезжает Жервиньо. Жервиньо почти пробил, но в последний момент все-таки Роландов пока тут спас. Подача забирает мяч Ханта. Thank you.
Ну так вот, что называется, на эпизоды разбилась игра, то там, то сям возникают свистки, но все это вокруг да около, на самом деле, до таких по-настоящему острых ситуаций. И у тех, и у других ворот дело не доходит. Ну, давайте за Эрнанесом понаблюдаем, что будет делать на поле, какие функции выполнять. Минут 20 остается у команд для того, чтобы попытаться все-таки забить гол. Гораздо более открытая, закрытая, вернее, игра получилась, чем я, например, предполагал поначалу. Все-таки за линией мяча оказывается все время существенно, в большинстве эпизодов, больше народа, чем с другой стороны. Но Эрнанес однозначно играет гораздо выше. У Палыча опять не хватает роста для того, чтобы такой мяч сыграть как следует и пробить поворотом. Но заметим, что доходит до адреса, по крайней мере, передачи. Эрнанес. Ну, неплохо. Прицельно, по крайней мере, и плотненько. Попасть в створ было сложновато, конечно. Я думаю, что Рому такой расклад не устроит. Домашний матч отдавать никак нельзя. Но с другой стороны, Гарсию может радовать то, что в рамках чемпионата Рома пятый тайм играет на ноль. Ну, игра с Наполи в кубке стоит особняком. Немножко, кстати, другой турнир. А так, начиная с римского дерби, может быть, и пенальти можно было бы в какой-то другой ситуации назначить, но не сегодня. Так вот, начиная с дерби, Рома не пропускает в чемпионате. На ноль Сампдори, на ноль с Болони. И вот сегодня пока держится оборона. Жервини удар прямо в руки Хандановича. Жервини нуждается в помощи, ну и Камбьясо тоже лежит на газоне. Пауза, подустали, конечно, команда, потому что действительно очень интенсивно идет игра с обеих сторон, ну и, разумеется, чревата такая игра травм. Здесь успевал Камбьясо в последний момент накрыть, но дать. Посмотрим, конечно, вообще пенальтик-то можно было поставить, учитывая, что арбитров в Италии пятеро. Тот, который за воротами, мог бы, конечно, здесь подсказать главному, что это 11 метров. Сейчас простили судьи, прям скажем. Интер, я думаю, что если бы был назначен пенальти, болельщики Интера скорее бы все-таки согласились с тем, что он был, а не что это придумано на ровном месте. Я сейчас понимаю возмущение фанатов Ромы. Как раз возвращаясь вот к тому, о чем говорил Руди Гарсия, к цене одной ошибки, одного гола, одного эпизода. На кону вообще вот сейчас плюс 2 очка, плюс или минус 2 очка, добыты или не добыты. Ну, не рискнул судья, который, ладно, главный, но тот, который за воротами стоит, уж он должен был видеть этот эпизод. Хорошо, ну, хорошо, давайте тогда считать, что он не увидел, там нарушение. Ну вот Икарди ушел, мы, в общем, замену предполагали давно, но только не такую. Я думал, что все-таки выйдет
Милито, а вышел другой аргентинец Рубен Ботта. Пас вперед. Минут. Ой, здорово, наверное, он сейчас себя подыграл. Ну и что дальше? Опас, Пьянич, забей! Ой, Ханданович! Сейчас Ханданович, как штанген циркуль, сложился и успел зацепить мяч. Все сделал сейчас Нэнгован замечательно. Может быть, не совсем удобный пас он дал Пьяничу, но Пьянич все равно разобрался в ситуации. Пробил под ногу этому здоровенному детине, и тот умудрился. Действительно умудрился сложиться в очень сложную, ну, в такой ситуации для высокого вратаря непростой. Молодец, выручил. И 1-0 могло бы быть, если бы попал в створ ворот. Пьянич оживил игру. А про вышедшего на поле аргентинца сказать особо нечего. Он в Италии провел полсезона. В прошлом году прибыл, причем с травмой, у него были порваны связки, восстанавливался и числился в Ливорно. Не провел он за Ливорно ни одного матча. Это такая загадочная фигура. Голы забивал в аргентинском клубе «Тигре», но не так много. Всего лишь 10 голов в своей карьере. При том, что он не юноша, отнюдь не какой-то там 18-летний талант. Муж 24 года. Что в нем нашли? Скауты Интера? Не знаю. С мячом Рома. 15 минут до конца игры. Нэнгован с мячом. Дероси. Медленно очень развиваются атаки. Всего того, что Интер сегодня, ну, к этой минуте, по крайней мере, очень качественно играет в обороне. На своей половине поля, расставляя игроков практически безошибочно. И что интересно, одним из таких игроков является, по сути дела, атакующий футболист. Это был Альварес, теперь вышедший вместо него Эрнанес. Посмотрите, как позиционно здорово играет. Играл аргентинец, теперь играет бразилец. Вон в свою штрафную отошел. Но Жервиньо разобрался! А зачем так высоко задрал? Ошибка. Нэнгован здорово. Нэнгован сегодня играет так, что про Брэдли и про всех остальных, я думаю, забыли. Удар! Ну вообще, сейчас мог просто героем стать. Рима. Нэнгован.
Вот, пожалуйста. Это как раз Рубен Ботта был с мячом 20-й номер. Просто любопытно, в каком качестве его Винтер рассматривает. Камбьясо, перехват. Вот здесь что-то может получиться. Примерно поровну игроков, обороняющихся и атакующих. Джонатан немножко замедлил эту передачу, а дальше следует совсем тривиальный прострел. 10 минут до конца игры. 0-0. Рома с мячом. Червиньо. Здесь такая история. Здесь Бастос выйдет на замену вместо Романьоли. Ну, такая интересная история. Человек, который отыграл не один сезон на самом высоком уровне. Казалось бы, мог бы претендовать на какую-то ключевую роль в своей новой команде. Участник ни одной Лиги чемпионов. Видите, в Роме пока... Бастос сидит в запасе. И почти совсем не играет. Он ни одного матча не провел в стартовом составе. Достаточно сказать вот так. И когда есть выбор между ним и 19-летним Романьоли, видите, Гарсия дает играть молодежи, что, я думаю, итальянцу, что, я думаю, должно болельщиков, в принципе, вдохновлять. Но при условии, что, конечно, это не идет во вред командным интересам. Подходит к концу время матча. Упорная получилась игра, что называется. Тут вот без такого туризма не обойтись. Но так оно и есть. Очень плотно, очень много борьбы. Но так по-настоящему удивить соперника в атаке ни те, ни другие к этой минуте не смогли. Подача пошла. Очень легкий мяч, ничего опасного.
Ну что, еще одна попытка. 84-я минута. Рома на чужой половине поля. Пас вперед. Ну и опять встали, потому что Интер целиком полностью сосредоточен на обороне. Все перекрыто. Вот здесь какая линия. 5. И трое еще позади страхуют. Фланги наготово с Джонатаном закрывают. Ну, это расчет на угловой. И это расчет себя оправдал. Джонатан не стал рисковать, что-то там выдумывать. И просто отправил мяч за пределы поля. Так, шанс у Ромы. Атаковать со стандарта. Паласио справился, но номер два. Подача. Справились. Но Жервиньо первый на мяче, но там травма и лежит игрок Ромы прямо во вратарстве. Видимо, досталось локтем в борьбе. А это Романьоли. Все ругаются, неприлично бронятся. Вот, пожалуйста, опять же. Ну вот вопрос о суде за ворот. Вот в чем его функция? Он опять ничего не видит. Давайте посмотрим. Сосредоточимся. Вам лежит. Ну что было? Жуан двинул, видимо, кулаком в печень. Вот с этой камеры будет видно? Ну, да, наверное, досталось. Ну, знаете, это тоже, опять же, ситуация. Мы видели, помните, как в предыдущем эпизоде, в первом тайме, Де Росси буквально избил Икарди. Поэтому тут, в общем, я думаю, надо спокойно к этой ситуации отнестись. Судья в данном случае прав, потому что он и там позволил дубасить обороняющемуся игроку соперника. Ну и здесь в поддых получил игрок атакующей команды. В общем, конечно, это не по правилам, но в той штрафной точно так же нарушали правила. Сейчас Жервиньо подставился и получил тоже по корпусу, но судья и этот эпизод решил оставить без внимания. Тяжелая, как следовало ожидать, игра для судьи. Но в целом, мне кажется, Бергонцы справился. Да, вот та ситуация, которая была в штрафной. Интера, конечно, может быть, можно было назначить пенальти. Но, опять же, давайте не будем говорить, что это такая, знаете, ситуация. 100% пенальти, который не имел права судья не поставить. Опять же, вопрос дискуссионный, требующий просмотра повтора. Ну и сенатор Хавьер Санетти вместо Джонатана и Тоттель, потому что бразилец получил травму. Замена, так сказать, по состоянию здоровья. Ну, послушайте, как трибуны приветствуют. А это не только сектор аплодирует Интера, аплодируют и болельщики Рома, потому что это, безусловно, великий абсолютно спортсмен, футболист с безупречной репутацией, который никогда за многие-многие годы выступлений в Интере не был замешан ни в одном скандале, не сказал ни одной глупости, никого никогда не оскорбил и вообще с точки зрения репутации абсолютно безупречный персонаж. Хавьер Санетти. Ну и, наверное, все. 88-я минута. Вряд ли кто-то здесь позволит в концовке допустить себе ошибку в защите. В принципе, оборонялись все. Вот оборонялись. Все достойно. Ну и здесь не повезло Интеру, потому что мяч рикошетом от Санетти как раз ушел за пределы поля. Старательно очень провел матч, но без
хорошего КПД. Что успеет Алессандро Флоренци за эти несколько минут? Ну что, 90 минут подходит к концу. Нельзя сказать, что игра получилась зрелищной. Но нерв в ней присутствовал, как положено. Матч с таким статусом, с такой афишей, 4 минуты добавлено. Но в турнирной таблице это ничего не меняет. Для Ювентуса все прекрасно. Ювентус еще зарабатывает плюс 2 очка, потерянных Ромой, которая, ну, по сути, является сейчас формально единственным преследователем. Интер, наоборот, дает шанс не расслабляться Вероне, Парме, может быть, Торино с Миланом. Ну, почему нет? Милан, все-таки Милан. 35 очков. У Интера сейчас будет все такое, если всего лишь 6, это всего лишь 2 победы, а играть еще очень много, еще 13 туров. Это 3x3, 39 очков в розыгрыше. Тут можно много исправить. Интересно будет, конечно, концовка. Жаль, обедняет отсутствие настоящей борьбы за чемпионство. Но, с другой стороны, вот эта вот очень плотная таблица со второго места и потери Италии 4-й путевки в Лигу чемпионов тоже, к сожалению, это большая беда, потому что все-таки борьба за 4-е место, она более реальна для команд в районе 7-8. Ну, вот что Эрнани сейчас делает. Эрнани решил пробить, вместо того, чтобы сыграть в пас, но атака Интера продолжается. Это опасно, идет 92-я минута, заброс мяча в штрафную, Паласио. Ну, вот видите, какая проблема Интера. У них нет высокого центрального нападающего, который мог бы в таких ситуациях бороться за мяч. Вот опять же, видите, подачи-то очень адресно идут в сторону Паласио. Уже не первые. Кстати говоря, вот на разборе игры, я думаю, Гарсия обратит внимание своих защитников на то, что Бенатиа с Леандро Кастаном, хорошая пара, очень сильная центральных защитников, сегодня позволила Паласио. Ну что, они прям так верили, что Паласио ни с одним мячом не справится. Все-таки 3 адресных передачи в голову Паласио были доставлены до этого черепа. Но другой вопрос, что это он не справится с этими мячами. Не должен Романьоли позволить мячу уйти за пределы поля. Вне игры кто-то там кричит. Сложная концовка. Справиться надо. Бенатиа выносит мяч подальше. Тут уже Рома подумает о том, чтобы просто отбиться. Наготово.
Один из лучших, я думаю, на поле сегодня бельгиец Нгулан. Я думаю, новичок команды понравился своей заряженностью вот такой на борьбу. Я думаю, что бельгийцы есть шанс побороться по-серьезному за место в основном составе. Ну что, 0-0. Я думаю, что для Гарсиева команда это разочарование, потому что команда, которая стоит выше в таблице, ну, должна, конечно, на 3 очка претендовать. Но Интер молодец. Интер провел очень сложный матч, хороший тактически. На сей раз команда Мацари задачи справилась, сыграла на 0 в обороне. Ну и, кстати, Рома четвертый матч подряд играет в чемпионате на 0. Тоже можно сделать соответствующие выводы. Интер-то пореже играет на 0 в защите, поэтому с этой точки зрения тоже может занести игру в позитив. 41 очко у Интера. На пятки наступает целый ряд команд. У Ромы 58, от Наполи плюс 7 очков. Ну, от Ювентуса мы отставание считать не будем, потому что оно слишком большое. Все, пожалуй, об этом матче. Смотрите сериал на Интер+. Всего вам доброго и до свидания.